Амбулатория поселка совхоза имени Ленина недаром считается одним из образцовых подразделений Видновской районной клинической больницы. Просторные кабинеты и холлы, где абсолютно отсутствуют очереди. Именно сюда, в преддверии Дня медицинского работника, пришли сопредседатель общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Артем Грудинин и руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков. В условиях пандемии, в условиях всего, что вокруг нас происходит в последнее время. Не только пандемия, к сожалению. Да, к сожалению, очень много сторонних факторов. Вот искренне желаю вам, чтобы они вас меньше трогали, чтобы вы как-то проще на это смотрели. В настоящее время в учреждении трудится порядка 35 специалистов – врачей, фельдшеров, медсестер, технических работников. Амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену и обслуживает не только жителей поселка совхоза имени Ленина, но и других поселений территориального отдела «Картинский». Сотрудникам вручили цветы и символичные подарки – торты к чаю. Все понимают, главное, что нужно врачам – это внимание. Конечно, мы все понимаем, что в условиях пандемии, в условиях внешних факторов на медиков ложится очень большая нагрузка. И от всей души искренне желаем, чтобы они были здоровы, чтобы их семьи были здоровы, и чтобы у них на работе было как можно меньше проблем. Врачей также поздравили волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ.